Добрый день, дорогие друзья. Несколько слов хочу сегодня сказать о двухкассетном магнитофоне «Маяк 242». Выпускался он с 1992 года киевским заводом «Маяк». Это творение рук самостийной Украины. В магнитофоне есть возможность перезаписи с кассеты на кассету и воспроизведения на своей колонке мощностью 15 Вт. На передней панели расположена кнопка включения сети, гнезда для наушников, два кармана для воспроизведения записи кассет, квазисенсорное управление лентопротяжным механизмом, люминесцентный индикатор, уровни звука и записи с режимом памяти, регуляторы низкой и высокой частоты, регулятор баланса и уровня громкости, регулятор уровня записи. Кроме этого, на дополнительной панели имеются переключатели типа ленты, система шумопонижения, отключение акустических систем, кнопка демпфирования. Диапазон воспроизводимых частот от 31 тысячи до 18 тысяч Гц. Масса магнитофона составляет 6,2 кг. Так вот они работают, кассетники. Как-то так вот.